Следующий проект. Вадим Горнаев. Кстати, очень прикольный проект. Мне так понравился. Я прям вот как увидел, что он там сделал, думаю, вот это надо брать точно, ставить на площадку, потому что человек практически создал машину времени. Ну да? Да. Реально машину времени. Спасибо. Всем добрый вечер. Я являюсь основателем компании Vacuum Glow. Зовут меня Вадим. И наша компания разрабатывает и производит ламповые часы. Что это такое? В основе часов газоразрядный индикатор. Может быть, кто-то знает, что это такое. А те, кто не знает, попробуйте представить мир, в котором вас окружает множество разных устройств и техники, но напрочь, это достаточно легко, но напрочь отсутствует дисплей и какие-то другие источники отображения информации. И это уже сложнее. Так вот, такой же вопрос встал перед людьми 60-70 лет назад, и тогда пара талантливых инженеров придумала довольно сложную, но адекватную по цене технологию, собственно, лампочку, в которой есть 10 цифр от 0 до 9, и с помощью нее это первый дисплей. Что сделали мы? Мы достали эти лампочки, которым 30-40 лет, они пылились на складе. Мы сделали под них современную электронику и упаковали это все в современный технологичный корпус. Ну и до кучи запилили еще управление со смартфона. То есть получился предмет интерьера, по сути. Красивый, необычный, дорогой и стильный. Помимо этого, мы организовали полный цикл производства наших изделий в России. И таким образом переместились в круг, довольно небольшой круг компаний, которые доносят до потребителя месседж, что российские товары, лакшери и премиум сегмента могут быть конкурентоспособны и также без прецедента качественны, стильные и красивые. Поскольку мы работаем в довольно узком рынке, конкурентов как таковых у нас не очень много. В основном это какие-то частные мастерские, которые собирают часы штучно или под заказ под конкретного клиента. А финансовая модель наша довольно проста. Наша задача — произвести часы как можно дешевле, но при этом не потерять в качестве, и продать их как можно дороже. Мы имеем как свои каналы продаж, также работаем и через дилеров. То есть, например, вы можете купить наши часы в Гонконге или там, в континентальном Китае. На данный момент в компанию вложено чуть менее 9 миллионов рублей. В настоящий момент компания активно развивается. У нас в разработке 8 новых продуктов, в том числе продукты для B2B. И на их производство, на запуск производства мы планируем потратить еще в районе 15 миллионов рублей. Собственно, сейчас наша компания состоит из 8 человек. Это 2 инженера-разработчика, PR-менеджер, sales-менеджер, я как руководитель, дизайнер и бэк-офис. Если вам нужен подарок для человека, у которого все есть, то вот можете обратить внимание на наши часы. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо. Стоит, самые дешевые стоят 100 тысяч, самые дорогие 255. Но для тех, кто хочет подороже, мы сейчас делаем модель, которая будет на порядок дороже. А вы не планируете сделать такие, как бы ручную версию? Которые Возняк носит? Ну, да, и написать «Тыблоко», а не «Яблоко». Проблема в том, что все старое оборудование, оно все высоковольтное, поэтому аккумулятора хватит в лучшем случае на полдня. Ребят, а у кого есть аккумулятор для айфона, кто с собой носит? Мне кажется, все уже носят этот аккумулятор, да, с собой. Потому что iPhone садится, поэтому какая разница. Можно так. Спасибо тебе огромное за проект. Ваш... Нет, не кликер, тебе микрофон. Так, движемся дальше.